У меня уже не поднимался меч, у меня уже и крики никакие не могла издавать. Я просто настолько устала. У тебя, Настя, обратно третий провал. И провал окончательный, четвертого не будет, ты можешь уходить. Ты в обыкновенном своем образе по девочке из Инстаграма. Конечно, мне обидно было, поскольку я люблю критику, но когда она обоснованная и когда это действительно так. Это социальная реклама. Она должна цеплять взгляд. Я показывала разные эмоции. А, другое дело, да? Уже было такое, нет? Я видела жеманство, я видела кокетство. О, боже. Настя, это плохо, можешь идти. Я такой беру в рот и понимаю, что он надо сплевывать. Футбол без пива, как Гибралтар без пролива. Самвел, это было вообще неубедительно. Ты такой большой парень в тельняшке. Разве так пьют пиво? Ты должен сделать большой, смачный глоток. Я такой, боже, типа, хорошо, все, настроился, собрался, Самвел. Начинаю голову, там все знаешь, говорить, какой х**, короче, давай. Все, окей, поехали. Фу, аж передергивает. Говори. Быть в тонусе и увидеть за день Гуанчжоу, Ханчжоу, Суньчжоу мне помогла водатор... Доршинская! Доршинская! Соня, остались секунды до небытия! Как вы можете это делать со мной? Вы же знаете, что я ни в чем не виновата, Соня! Помилуйте меня! Мама! Мама! Я аж вспотел весь от этого крика, короче. У меня, знаешь, такая, внутри меня какая-то истерика, какая-то паника, ужасная паника. Ну, мы же не будем полчаса ждать, пока ты настроишься. Давай. Готово? Раз, два, три. Сережа перестал думать в какой-то момент и начал слишком сильно надеяться на свою харизму. Ты насмехаешься над другими. Может, я уже тебе помогаю, как могу. Я тупо стоял и тупо не знал, как что сделать. Это были гримасы и попытка обмануть зрителя. Не было ничего интересного. Я не вижу никаких даже подвижек в нужную сторону. Спасибо. И тут мы стоимо уже, и выбегает кто? Выбегает Настя. Стой. Успокойся, Лёп, пожалуйста. А почему, Маш? Почему я не должна срывать фотосессию тебе? Просто, блин, Маша, ну это вот существо серьезно будет целоваться. Я ее не переношу вообще. Настенька, а что происходит, я извиняюсь? Мне не нравится то, что на каждой фотосессии Сережа с кем-то целуется. Сережа может сейчас сделать выбор. Или поцеловать Машу и потерять меня, или отказаться от кадра. Что за бред? Ну, то есть, я не понимаю, как может любящая девушка говорить своему парню подобные вещи? Понимаете, что после этого он по-любому будет под угрозой. Ты что, дура, чи что? Ну, ты что, дура, чи что? Это работа. Ну, я тебе все сказала, ты решай сам. О, хорошо. Словили? Ще раз. І от я собі це згадав і починаю так підпригувати, як дебіл, головою вниз. Давай ще разочок зіймемо, от це хорошо. Раз, два, три. О, от це хорошо, очень прям. Я проходжу буквально 4 кроки і поштовх канату просто мене кидає вниз. Не спіши, не спіши. Мене просто починає розхідувати в побуках. Ну як? Какой-то пафосный гад в лаковой штучке. Я старался делать, я просто хама понимал немного не так, как нужно было его понимать. Типа, ты должен быть наглый, мерзкий тип. Давай! О, да,
глаз прищурил, правильно. Еще, 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 давай. Во! Тут настает кульминация этой съемки. Я, короче, кого-то ел в рот. Этот вкус, короче, речная жаба, я не знаю. Это дичь просто, серьезно. Эмоция, эмоция. Ну фу, типа фу. Это сода, соль, какая-то приправа. У меня был именно такой вкус. И тут я бачу, сидит там сзади бабуська. И короче, я підходжу до той бабуськи, і такі відчуття, бо то я її, ну, випадково наїхала на ногу. Ну, давайте вже ругайтесь тоді. Що там тої ноги? Ну, я перепрошую, ну, що там тої ноги? Ти просиш прощення або випрашуєш денюжку? Дерзості нет вообще. Щас, ну, чуть-чуть, ну, час. Ні, поки ні. Дерзка, ти повинна бути. Блін, ти чувіха з рижим ёжиком в татухах. В чому діло? В чому проблема з дерзостю? Чесно, мої відчуття, що в мене все реально чудовий. Мілая хамка, яка звиняється за своє хамство. Ну я зараз тут похамлю немножко, ну ви потім мене звините, пожалуйста. Вообще хороша. Ой, господи. І глазами отыгрывай. А я сначала высыпала их себе на голову, потом в ключице, на реснички положила там. О, стоп, вот на глазі очень красиво. Поехали, время. Як про темноті можна зробити щось класне і зробити рекламу цих ожерельев, колец і так далі, якщо взагалі нічого не видно. Не то, що світ якось чуть-чуть, а там взагалі темнота. 3-4. Eminem на заре кар'єри бі-боя. Он не смог оцінити, що таке контровий світ. И что виден будет силуэт, и как ему нужно встать так, чтобы эффектно и ярко. Украшений вообще не видно. Была повна лажа. Падав с велосипеда и не один раз. Гармеш Партенкіркер не був би. Не надо беситься. Возьми себя в руки. Ливан опять психанул. Ему, я уверен, было сложно смириться с тем, что он такой большой, такой сильный, не может удержать равновесие на байке.